Да, я что-то выбрал этот. А чё, какой режим тогда сейчас? Ну, думайте, чё, какой хотите. Так а чё вы это не хотите дальше? Да. Ну, игры не очень нравятся. А, ну, точно, точно. Из всех мне больше понравилась первая пожарка, наверное. Ну, как этот режим называется? Это пожарку был? Ну, можно, ну, с бомбой что-нибудь другую, любую карту. Или чё, а или вы не хотите? Там тоже была машина, которая везет машину. А. Не, можно ее, ну, можно этот режим. Мне больше, наверное, этот режим понравился. Угу. А чё, неужели больше других режимов нет? Вообще. Ну, фанов, ну, блин. Ну, фановых я не знаю. А помню, что-то прыгать надо, приземляться, что-то как сумо, что ли, называлось? С парашютами? Да, 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 да. С парашютами нет, где надо управлять в воздухе тачками, я знаю, кто победит, не хочу играть. Не, это да, это... А вот была какая-то сумо, где надо было вытолкать тачку, помнишь? Да, жрать? Да, давай, сумо, да. Давайте сумо, да, давайте сумо. Попробуем, по крайней мере, если не пойдет, то... Не, я помню, мне нравится сумо, прям сейчас сказать. Там просто они появились, добавили потом сумо там на более больших картах таких этих, там другой немножко. Не, классическая сумо. Да. В этом же стиле, да, и там сложнее, ну и веселее, там больше народу, там 4 было. Там командами можно быть против друг друга, 2 на 2. А, ну в обычном народ тоже можно. Ну обычно. Получается, тесно вообще. Так, что, создаю сумо? Бомбушка. Спасибо, Игорь. Прикольно. Еще одна такая штучка проехала. Название этой игра. Что это такое? Вам Жека уже горит. Это разве Жека? А, Жека. Блин, где она? Я что-то не вижу. Вы в лобби, что ли? Вы где? Я в гараже. Но... Сейчас создам, просто не могу найти. Тут очень много режимов. А, вот, сумо. Так, сумо. Да, им там пара поиска создавать, и что-то можно было быстро. Спасибо, Игорь. Так Жека на очереди. Ну Жека просто вылез из тачки и все. Вон, его машина пойдет туда. О, а что там за вопросик такой? Ну не вопросик, а время. Игорь, ты какой-то хер подъехал. Это кто это? Томми? Не знаю, забей на него. Вопросик, ой, время это какая-то активность, забей на нее. Прыгнул, скинул. Ну все, мы в игре. Все, Диман, я вышел. Интересно, а я сейчас Жеке поставлю на тачку минку. А потом ее после лобби она останется? А кого-то не хватает? А, Лёх, заходи. Я захожу, я в облаках, я не могу ничего быстрее. А, то есть он вместо игры грузил все равно какую-то хрень, понятно. Я просто нажал Join Game, но и Женя тогда еще создал. И он все это время грузил общий сервер. А вот теперь он грузит. Конкретно. Просто он не мог сразу это сделать. Подожди, а вы в игре? Мне написано, что вы присоединяетесь. Не-не, мы ждем. А, теперь у меня все вышли, понятно. Ты вышел. Ну, я говорю, у меня, да, у меня все вышли, у вас я. Ну что, ты зайдешь там? Да я захожу, я ж только вышел, я ж не могу сразу. Я открываю холм. Джойн опять здесь не надо. Ну, я могу заснять даже.